весна с ним. Опять весна и лопаются почки. А панцирь листьев засушил мороз. Вновь полнолуние, день длиннее ночи. И из могилы восстает Христос. Оставив пелены мрак могилы, сиянием дивным вышел окружен. Не зря Мария с кувшином спешила, ее с любовью принимает он. Христос воскрес, хорали перезвонов, со всех церквей маковых ветвей. Христос воскрес, ликующее слово не слышится, выводит соловей. Не слышится, выводит соловей. Какая встреча ожила надежда, порывом ветра падает к ногам. Не прикасайся, я не тот, что прежде. Спеши скорей к моим ученикам. Прислушайтесь, как стонут удивленно горлинок томный с крыши голоса. Какой восход встает окровавленный, и в пурпур одеваются леса. Христос воскрес, хорали перезвонов со всех церквей и маковых ветвей. Христос воскрес, ликующее слово не слышится, выводит соловей. Не слышится, выводит соловей. Воскрес крушение льда и камня, и сотрясение дьявольских твердынь. Враги лежат, а ужас восклицаний достиг Освенцим, Колыму, Хатынь. Вы слышите внизу толпы гуденье, и тут, и там спешит восстать мертвец. Встают свидетели Христова воскресенья. Воскрес, воскрес, воистину воскрес. Воскресший хор благоуханит тленом. Низвергло Рим, падет КПСС. В аккордах радуги Иудина колено. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, воистину воскрес. Встает заря, разбуженная эхом смущенных жен несмелых голоса. У мертвых губы наполняет смехом, легионерам дыбит волоса. Сверкает молнию верный небожитель, повернул камень он и в ужас палачей. Восстал, воскрес, истерзанный Спаситель, играет солнце в трепете лучей. Воскресший хор благоухание тленом, низвергло Рим, падет КПСС.
в аккордах радуги Удина колено. Христос воскрес, воистину воскрес! Христос воскрес, воистину воскрес! Христос воскрес в хорале перезвонов со всех церквей маковых ветвей. Христос воскрес, ликующее слово не слышится, выводит соловей. Не слышится, выводит соловей. Видите, 80-й год. В это время я работал во вневедомственной охране, кажется, в милиции. Ну и сторожиха, которая меняет меня, она задержалась. И я в это время написал вот эти стихотворения. Но это бы еще сошло. Но я его прочитал другим. Собрались, когда у меня там братья, я им прочитал. Но и это еще сошло бы. Но я взял копирку и под копирку написал несколько стихотворений. И послал их. И все письма перехватили. И это послужило арестом. Меня арестовали и посадили. А в тюрьме начальник и говорит, это вы, пойдет КПСС, да мы вас тут сгноим. Вы думаете, что говорить? Я говорю, так Писание говорит, что над всеми победителями будет Христос. А что так написано, я, ну, наверное, так и будет, говорю. До того интересно. Барышников, кажется, фамилия его была. Так ничего, мужик-то, полковник. Это Барнаульская была тюрьма. Так я уже стал ссылаться, я говорю, я, может быть, и не написал бы, но сторожих это меня... Пришла позже, а мне делать было нечего, я взял, написал. Да когда допрашивали, вот Яковлев, которого кришнаит голову отрезал, ну, вы слышали, вам Лапкин считал стихотворение? Зал суда идет. Он говорит, не знаю, может и читал. Но вы прочитайте. Им говорит, судье, что у меня, говорит, голова-то семипядей во лбу, что ли, говорит. 80-й год осудили, в 86-м опять из стихотворения опять подняли. Второй раз меня. Ну, прочитайте, а подшитые стихотворения, а то судья нет, чтобы в зале никто не узнал, что пойдет КПСС. Вот какая была эта власть хлипкая, поэтому она так и пала. Сильная власть там, где не боятся, когда ее критикуют, когда говорят против, пытаются ее исправить, а это была она застывшая форма. И вот, пожалуйста, Виктор Николаевич, вот он сидит, Савченко, придумал положить на музыку. И, конечно, в то время ничего этого я не знал и не думал. Стихотворение я послал примерно в 7 мест. Все до одного арестовали. Послали следователя разобраться, что там за люди, кому я писал. Вот так командировочные выписали. У меня было, я не помню сколько, 12 кандидатов наук задействовано. Кандидатов наук. И кажется, 12 следователей было по всем городам. И этот еще в командировке ездил. Тогда был у меня не курят, это во второй раз было. Вот. Придали, мы работаем. Да, 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 вот это вот. Все ничего, не извергло Рим, они согласны. Но что пойдет КПСС, нет. Союз нерушимых республик свободных. Все рухнуло. Благодарение Богу. Аллилуйя. Аллилуйя.